Здравствуйте. Сейчас я вижу, что присоединяется кто-то. Напишите, пожалуйста, слышно ли меня? Хорошо ли слышно? Или там крестик какой-нибудь поставьте, если слышно. Алло. Кто меня слышит? Земляне. Ага. Добрый ранок. Так, ага, спасибо. Спасибо. О, начали писать. Спасибо. Хорошо. Ну вот у нас заканчивается или там как-то подходит к завершению ретрит Саби-Ваби. Те, кто тут присутствует, некоторые участвуют. И мы там делаем разные медитации, разные практики. И вот одна из практик этой недели – это вот то, что я назвал так, «внимание к паузам». И давайте сейчас прямо проведем маленький эксперимент. Вот те, кто здесь сейчас присутствует, вот у вас есть рука, и попробуйте ей оттолкнуть нечто воображаемое. Вот как будто вы что-то отталкиваете такое, да, вот перед вами. Оттолкаете этой рукой. Да? Вот, и когда вы толкаете, вот еще раз сейчас проделайте это. Когда толкаете, перед толканием происходит вот некоторая пауза, да, такое зависание. Вот прежде чем толкнуть, у вас есть какая-то вот пауза, где вы собираетесь силами, где происходит какой-то импульс. И давайте в следующий раз, вот сейчас, когда вы будете толкать, пробуйте вот раз 3-4 проделайте этот толчок такой, но при этом внимание направляйте вот в эту паузу. Что предшествует толчку? Вот ему предшествует некая... Вот это некая пауза, в которой что-то происходит. Да, вот ваше намерение толкнуть. Вот, но здесь намерение у нас такое вроде бы сознательное. Да? Ну, я это предложил, но когда вы это делаете, то вы так вот как-то согласились с этим, и у вас есть некоторое волевое, как бы это сказать, ну вот волевое намерение, да, то есть толкнуть. Но это волевое намерение, вот очень интересно его как-то проследить, как именно оно ощущается, как именно оно переживается нами. Да, вот что предшествует действию? Любому действию предшествует нечто. А некоторая такая вот пауза, пауза, заряженная этим намерением. И вот часть намерений мы относим к таким действительно волевым, ну, как бы мы как будто их присваиваем себе, да, вот это я решаю, там, поднять руку или опустить, или толкнуть рукой нечто, да, вроде бы я решаю, вот этот некий я. Это само по себе интересно, кто там это внутри решает, но есть какие-то такие вот механизмы у нас в жизни, и в теле, и в нашем вообще... ну вот в жизни широко, да, которые мы как бы не контролируем, которые вроде бы сами по себе происходят. Ну, там сердцебиение, там переваривание пищи, да, вот все это происходит само собой, там давление повышается, опускается. Вот, а дыхание – это такой вот механизм, который где-то посередине. То есть, с одной стороны, мы дышим естественным образом, дышится само, дыхание дышится само через нас. То есть нам не нужно как-то вот каждый раз делать какое-то специальное волевое усилие, чтобы произвести вдох. А в то же время мы можем до определенной степени контролировать дыхание. То есть я могу там на какое-то время, на несколько секунд затаить дыхание, вот, а потом сделать сознательный выдох. Да, вроде бы я его делаю, опять же, каким-то своим выбором.
Все это, конечно, очень относительно, потому что если я не сделаю этот выбор, то что произойдет? Там задохнусь. Но вот в этой практике, которую я сейчас хочу предложить, мы можем как раз понаблюдать, что же происходит в паузе, когда как будто бы ничего не происходит, когда вот перед неким действием есть нечто, некая тайна, из которой рождается действие. И вот особенно это интересно наблюдать, когда это не намеренное действие. Вот когда мы отпускаем дыхание, мы просто дышим, как дышится, стараясь не контролировать его. Но при этом возвращаемся вот к этой паузе, предшествующей вдоху. У нас есть дыхательный цикл. После каждого выдоха наступает хотя бы вот совсем маленькая, но пауза. И мы стараемся как-то затихнуть и прислушаться к этой паузе. И потом происходит следующий вдох. Вот наш фокус в этой медитации, в этой практике, именно к этой паузе. Ну и тут есть несколько следствий. Первое, это такое вообще, то есть для чего мы это делаем? Первая задача, первый смысл этой практики – это фокусирование внимания и тренировка вот этой алертности, которая для нас очень важна в медитации. Мы не просто медитируем, чтобы успокоиться как-то, вот, угомониться, но еще и быть наряду с этим, одновременно с этим некоторым успокоением, еще и внимательными, алертными, бдительными, как вот эта кошка, которая там сидит перед норой, значит, ждет эту мышку, да, то есть ей важно быть внимательной. Но при этом мы не напряжены, мы достаточно спокойны. И вот здесь этот навык тренируется, то есть мы отправляемся вот в эту паузу перед тем, как что-то произошло, и как-то затихаем там, вот как в засаде ждем, да, вот что сейчас произойдет. И происходит этот вдох. И вот внимание к этой паузе здесь важно. Вот это первое, что мы тренируем вот этот навык такого вот баланса между спокойствием и алертностью. Второй, вот как раз мы стараемся пронаблюдать, аж как именно происходит вот этот некоторое, вот здесь сложно это словами описывать, вот некоторое решение как будто бы, да, вот на каком-то физиологическом уровне перед тем, как происходит некое действие, да, вот что там внутри, мы стараемся наблюдать этот процесс. Ну и третье, может быть, вот для меня самое важное, это как раз переживание некой тайны, таинственности бытия. Это уже такое слегка метафизическое переживание. Вот какое-то затихание, паузы между действием. Для меня вот важны эти паузы между звуками, паузы между словами, паузы между мыслями. Это как будто бы раздвигает мой мир действия и погружает в какую-то вот тайну вот этого пространства между и пространство, которое окружает любую форму, любое действие, вот в ту самую буддийскую шуньяту, пустоту. Путь лежит туда для меня. Вот. Но я не знаю, как это будет для вас. Вот, вот такое достаточно длинное сегодня предисловие, просто чтобы понимать, что для чего это мы делаем. Теперь давайте настроимся, усядьтесь удобно, устойчиво, так, чтобы можно было сидеть с достаточно прямой спиной. И оглядимся сначала по сторонам в том пространстве, в котором каждый из нас находится сейчас. И как будто бы так встретитесь с этим пространством. Даже если вы уже здесь давно сидите, даже если вы все время здесь сидите, все равно можем посмотреть в это пространство как будто бы слегка таким обновленным взглядом. Ну вот, если это утро, у вас новый день и какая-то новая встреча. Смотрите на цвета, формы, какие-то вот оттенки, переходы между формами и цветами. Обратите внимание на предметы, какие-то мелочи.
Специально отметьте, где у вас окно, двери. Если есть возможность в окно посмотреть, продлить взгляд туда, что там сейчас, то посмотрите. Окей, и затем еще такой последний завершающий взгляд, стараясь охватить все пространство, вспомнить, вот я здесь, я в этом пространстве. Привет, пространство. После этого давайте мы позволим глазам закрыться, чтобы переключить внимание. Обратите внимание, что происходит, когда вы закрыли глаза. Что изменилось для вас? Вот в переживании просто. Как вы это чувствуете? И давайте послушаем звуки. И вот когда мы слушаем, то постарайтесь здесь немножко как бы расширять свое внимание, стараясь слушать все пространство сразу, включающие в себя все звуки. Окей, и теперь обратимся к телесной жизни, вот к телу, к его ощущениям. Начнем с дыхания, сделаем несколько глубоких вдохов, мягких длинных выдохов, чувствуя, что происходит, когда мы чувствуем дыхание. Вообще, что в этот момент меняется, когда мы просто обращаем внимание на дыхание. Ну вот когда еще мы можем удлинить немножко выдох, отпуская его, смягчая, расслабляя и удлиняя. Что меняется в каком-то переживании себя, в общем состоянии? И со следующим выдохом давайте опустим внимание к чувству его опоры, вот к ощущениям в точке опоры, в ягодице. Там, где вес тела протекает сквозь тазовые кости седалищные. Если вы будете обнаруживать в нижней части тела в целом, в пояснице, в ягодице, в промежности, какие-то напряжения, такое небольшое втягивание мышц, то с выдохом старайтесь просто отпускать. Здесь помогает вот этот выдох и такое ощущение, что вы как будто бы позволяете весу тела лучше протекать сквозь эти кости, сквозь ягодицы вниз. При этом может такое появляться ощущение нарастающей плотности контакта ягодицы этой поверхности. И это такое хорошее ощущение, приятное часто, именно какого-то усаживания. И если вы это чувствуете вот физически, то обратите внимание, влияет ли это как-то на ваше общее состояние. Хорошо, и затем потянемся немножко вверх за макушкой, то есть перенесем внимание на макушку. Можем представить тоненькую ниточку, которая привязана к макушке. Вот кто-то мягко, нежно очень вытягивает. И что тут меняется сразу же? Обратите внимание, что происходит с плечами, с грудной клеткой, с позвоночником, с дыханием, как это влияет на дыхание. И какое-то создает ощущение, чувство, переживание. Это вытягивание, как оно переживается в целом, как это влияет на ваше внутреннее состояние.
Затем стараемся связать эти два полюса. Вот есть вытягивание, есть этот вес тела, который стекает вниз. Стараемся одновременно это почувствовать, как-то уравновесить в теле. И также почувствовать прямую линию, связывающую это, позвоночник. Если нужно, покачайте немножко вперед-назад. Найдите середину, найдите вертикальное положение. И останьтесь в нем. И дальше мы добавим немножко мягкости во всю эту конструкцию. Направим внимание мышцы вокруг глаз. Затем нижнюю челюсть. Позвольте ей повиснуть. Затем язык во рту почувствуйте. Просто обратите на него внимание. Потом левая половина лица, правая половина лица. Все лицо целиком. И по задней поверхности тела пройдем затылок, шея, плечи. Плечи могут как-то потечь вниз. И также почувствуйте, влияет ли это как-то на ваше дыхание, когда плечи смягчаются, вытекают вниз, и руки вытекают из плеч. И почувствуйте все руки целиком, до пальцев. И ладони, какие они сейчас, теплые или прохладные. Какие у них еще есть ощущения. И потом вернемся к спине и пройдем по ней. Сохраняя ее прямоту, можем смягчить мышцы сверху донизу. Потом передняя поверхность, также горло, центр груди, в целом грудь, грудная клетка, солнечное сплетение, живот, пах, промежность. И снова таз, вес тела. Ноги от тазобедренных суставов к стопам. И затем все тело как единое целое. Старайтесь охватить его своим вниманием сейчас. Или, может быть, такая метафора, вот я часто применяю, что как рука входит в перчатку, так же внимание размещается в теле. Мы можем чувствовать его все целиком. И мы можем чувствовать, что оно живое. Что есть множество каких-то микродвижений. Да, для того, чтобы вот сохранять тело в прямом положении, оно совершает множество микродвижений. И можем улавливать их. Есть какие-то ощущения в теле многочисленные, которые меняются, как-то мерцают, движутся там, превращаются одно в другое. Какие-то из них приятные, какие-то менее приятные, какие-то нейтральные. Можем побыть со всем этим. Есть вот это ощущение дыхания, движущегося через тело. И сейчас обратите внимание, как вам удобнее чувствовать свое дыхание. Это может быть какой-то участок в теле. Там, движение живота или движение грудной клетки, или ощущение, как воздух проходит через ноздри и вообще дыхательные пути.
Может быть, это вот ощущение всего этого потока дыхания, как вы чувствуете в теле в целом. Побудьте сейчас с этим так, как вам удобно, действительно. И вот давайте сейчас постараемся в течение одного дыхания побыть с ним. Прямо от начала до конца, вот с одним циклом. Вот когда начнется вдох, прям постарайтесь как-то реально побыть с ним, проследить его, прочувствовать его. Как потом вдох превращается в выдох. После выдоха наступает пауза. И вот дальше, следующее оставшееся время, давайте эту паузу сделаем фокусом нашего внимания. Пусть все течет, как течет, ничего стараясь не контролировать. Но когда возникает эта пауза, для нас это такой якорь возвращения к этому процессу. Поэтому сколько бы раз не отвлекались на что-то другое, на внешние звуки какие-то, на мысли, на ощущения, на чувства. Старайтесь мягко возвращаться к этому фокусу на паузе. Перед вдохом. В этом ощущение ожидания нового вдоха. Ожидание действия.
И сейчас мы будем двигаться к завершению, но именно двигаться и постепенно. Вот когда вы сейчас сидите так. Дальше я предложу вам как-то немножко подтянуться и подвигаться. Перед тем, как это сделать, постарайтесь прочувствовать этот момент, как это движение рождается в вашем теле, из чего оно рождается, что ему предшествует. И затем, соответственно, как-то проживя вот эту паузу какого-то вот предшествующему движению, затем как-то подвигайтесь, потянитесь, разомнитесь чуть-чуть. И следующим этапом будет открывание глаз, но пока не открывайте их. Открывание глаз. Вот тоже в какой-то момент откройте, но прочувствуйте вот это мгновение до этого. Да, что предшествует открыванию глаз. Вот. И затем, когда уже откроете, еще раз посмотрите вокруг себя, как-то так снова встретитесь с пространством. Ну вот, я не знаю, какой эффект вы почувствовали от этой практики. Для меня она как-то возвращает вот какой-то... Ну, во-первых, она меня так как-то сильно при... Как сказать-то? Я затихаю, в общем, в этом конкретном упражнении сильно. И она возвращает меня к какому-то вот ощущению тайны жизни, да, вот из какого-то вот ее источника, из которого все появляется. Не знаю, как это было у вас. И напишите, если вы что-то такое почувствовали, и вообще, как для вас это была практика, если какие-то у вас есть отклики, отзывы, то прямо здесь, под этим видео, напишите. Вот, если какие-то вопросы, то лучше, наверное, их отдельным постом, чтобы было видно, потому что под видео я не всегда это замечаю. Окей, спасибо всем, кто соучаствовал. Да, еще вот такое, мы после этих наших упражнений вот в ретрите мы пишем такие поэтические отклики. Вот если у вас есть такое желание, то напишите тоже. Спасибо. Всем счастливо. Пока. До следующих встреч.